тупик. И сегодня я снимаю опять на канале Кореш 5. Он попросил меня, чтобы я снял видео за него. Вот. И теперь эта рубрика будет моя. Короче, я сейчас нахожусь в деревне. Эта деревня, я не знаю, какой номер, но реально она крутая. Вот. Вот. Реально вообще она крутая. Да, ребят. Короче, меня зрители попросили, чтобы я защищал их деревню. Зачем? Потому что на их деревню нападают всякие монстры. Там скелеты, зомби, я их сам ненавижу, поэтому и решил им помочь. Они выдали мне оружие вот такое, вот броню золотую они мне выдали, потому что у них все украли. Все у них украли, эти тупые зомби и скелеты. Вот, а мне нужно освободить. Жители говорят, что они выходят с болота. Вон там есть болото. Вот они оттуда и выходят. Давайте возьмем свои вещи. У меня тут есть изумрудики. Это чтобы покупать у жителей. И 3 алмаза. Это мои. Вот топорик и еда. Вот что у меня есть. Вот это все они мне выдали. Давайте оденем. Вот теперь какой я крутой. Да. Блин, шлем не мешает, но для лучшей защиты я его одену, чтобы не умереть. Вот. Вот. Еда мне нужна для того, чтобы я не умер с голоду. Вот, они мне еще такой домик выдали. Ну, типа, пожить в нем. Жить, чтобы. Вот кровать, это все мое остальное. А это все они мне дали. Вот, короче. Ну, погнали на этих зомби и скелетов тупых. Житель, стой! Житель! О, привет, нубик! А ты куда так собрался? Вот, житель, короче, я иду воевать с этими, ты же говоришь, они на болоте? Да. И у них где-то стоит сундук, и там лежат все наши вещи, изумруды и алмазы. Если ты их, это все заберешь, то мы можем дать тебе чуть-чуть изумрудов и алмазов. Вот. Ладно, мне пора идти. Пока. Пока, житель. Так, вот. Ребят, вы слышали? Короче, мне нужно оттуда достать это все. Блин, мне нужна лодка была, потому что болото, ребят, я не пройду там. Вот, короче, ребят, я там не пройду, мне нужна лодка. Я не знаю, что мне делать. Вот, короче. Давайте сейчас хотя бы попробуем посмотреть, что там. У меня есть на всякий случай лук. Я, если что, могу отстреливаться от них. У них тут еще такая поляна есть цветов. Жители, когда ходят сюда собирать их, на них сразу нападают, если они идут далеко. Вот у них тут целая поляна цветов, даже зайчик тут есть. Вот, короче, ребят. Ой, я случайно сломала цветочек. Ну ладно, надеюсь, у меня не сломается ничего пока. Потому что, как вы знаете, золото ломается. Они могли выдать железные там любые, но у них нету ресурсов на это. Потому что их все украли. Не, железо они не могли мне выдать. Но я больше золото люблю, чем железо. Они могли мне алмазные скрафтить, но у них украли алмазы. Поэтому я хотя бы мог с алмазным мечом. У меня же было 3 алмаза, я же мог скрафтить алмазный меч. Ну да ладно, они выдали мне. Вон это их база, ребят. Вон их база, короче. Это полный жестяк. Их база вон там находится. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот там, короче, начало самое болото.
типа, там болото, но оно, вот там самое начало болота. Поэтому они построили в самом начале. Вот, ребят, видите, там дальше идет болото, они построили в самом начале. Болото, вон, видите, это самое начало. Тут даже вода такая мутная становится. Потому что это самое-самое начало болота. То есть они дальше там будут проходить. Короче, ребят. Фу, там какой-то разведчик стоит. Ребят, не выдавать. А у них там еще эти стоят. Которые лучники. Попробуем обстрелять. Я обстреляю этого. Блин, у них там еще и лучники есть. Тут нет никаких, наверное, проходов. Как можно пройти? Ой, внизу еще. Внизу еще три. Там под водой еще три. Нет. На. На, получай, тупой скелет. Нет, у них тут целая база. У них тут очень много охраны. Я их не побежду. Нет, ребята. Нет. Хая, на, получай. Их слишком много. Нет. На, получай. На, получай. На. На! Фух, ребят, я всех победил. Слушайте, мой меч скоро сломается, но у меня выпало трезубец. А это почти как меч. Золотая броня, нормально. Вон там, короче, ребята, лучники стоят. Они могут на меня напасть, если я на них нападу. Но я не хочу этого делать. Так, давайте, ребят, их обстреляем отсюда, потому что они меня пока что не видят. Сейчас я обстреляю этих лучников. Получай. Блин, не попадаю. На, получай, лучник. Получай. Получай. Мне надо было красть наши изумруды и алмазы. На. Блин, не попадаю по нему, ребят. Попал, все, убит один. Еще второй там остался. Вон этот, как каска вторая. На. Все. Так, давайте поедим. Короче, я эту вторую каску убил. И тут нет больше лучников. Поэтому я могу пройти попробовать. Но у них там целая армия, ребят, вы понимаете? Для этого я взял топорик, у них тут закрыто. Вы это понимаете, ребят? У них закрыто. Поэтому мне нужна лестница или типа того, чтобы я смог бы... если бы у меня были лестницы, я смог бы забраться и там поверху пройти. Но у меня нет лестниц. У них тут еще один охранник есть. На. Блин, у них очень много охранников. Давайте попробуем сейчас сломать вот эту дверь. Блин. Пробуют забежать. Хая, на! Нет, на! Ребята, спасите! Тут месиво началось, просто жесть! Они меня сейчас убьют! Нет! На! Блин, ребята, спасите! Давайте поддержите меня лайком, чтобы я смог победить этих тупых зомби и скелетов. На. Тупой зомби и скелет, на, получай. Получай. На. На. Фух, все, ребятки, я, кажется, со всеми разобрался. У них тут было куча кровати, где они отдыхали и спали. Стоп, я слышу еще скелетов. Нет, мне реально показалось. Мне кажется, как будто я слышал скелетов. Вон, все это выкину я.
Нам нужно забрать сундук. Так. В принципе, у меня место есть. О, кстати, у меня дополнительный шлем будет, потому что мне из какого-то зомби или скелета, не знаю, выпал шлем. Вот. Что я там выкинул? Ну ладно, все, я повыкидывал. Ой, блин, у них тут, кажется, еще два охранника есть. Последние, на! 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 Вот, ребят, последние охранники. Все, мы победили, ребят, их. Вот. Так что давайте заберем уже и отнесем в нашу деревню жителей. Охренеть, что у них тут было? Броня железная. Мечи. Щит. Лук. Так. Потом стрелы. И динамит. А что если... Давайте пока... Что если взорвать это все? О, вот этот сундук с ресурсами. Давайте возьмем все самое нужное. Все изумруды. Это самое главное. Жители сказали, алмазы не обязательно, главное, изумруды оттуда унеси. Вот, мы унесем и изумруды. Давайте, а потом жители придут, они сказали, и заберут алмазы уже до конца. Это вы не слышали, скелет? Кажется, это разведчик. Ладно, ребят. Давайте встретимся уже в деревне. Так, ребят, вот. Я уже в деревне. Мне сказали идти в домик мэра. Вот он, этот домик мэра. Тут и мэра нет, кажется. А, я, кажется, его видел. Стоп, это ты мэр? Да, это я. И нубик, ты убил всех там? Да, убил. Положи все ресурсы ко мне в сундук. И потом взял все ресурсы, алмазы и изумруды. Если нет, то иди за алмазами или изумрудами. Хорошо, мэр. Так, давайте положим к нему сундук, все. А потом пойдем за ресурсами другими уже. Вот, тут, короче, будет... А давайте, ребят, возьмем себе один мечик. Почему бы и нет? Арбалет. Так, у них даже арбалет был. Короче, потом еще все взорвем там. Оказывается, эти все мобы, они ограбили мэра. И забрали у мэра все ресурсы. А мэр ведь очень богатый, как вы видите. Получается, что все ресурсы забрали они у мэра. А мэр остался без чего. Короче, давайте встретимся около этого, потому что, чтобы время не затягивать, короче.